Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Это дата, которую человечество будет помнить и 100, и 1000 лет спустя. И сила этой памяти не в подписании капитуляции и взятии советской армии Берлина, не в самой победе над фашистской Германией. Сила этой памяти в людях, ставших героями не только потому, что они воевали, а потому, что они стали мерой стойкости, мужества и человечности. Великая Отечественная война велась за право на жизнь, за право делать свой выбор не по чужому велению, а по своей воле. День Победы – это день гордости и восхищения людьми, освободившими мир от нацизма и построившими страну заново. Людьми, умевшими думать о будущем в самые тяжелые дни. И в блокадном Ленинграде, и сибирской эвакуации. Они воевали и думали о космосе. Они воевали и сберегали урожайные сорта хлеба. Они воевали и строили оперный театр. Сила духа и вера в человека вели их в бою и в труде. 9 мая – День Победы. Победы жизни, веры, правды и справедливости. Надо помнить, надо быть достойными этой памяти, где бы мы ни находились, на каком бы языке мы ни говорили. Помнить и не утратить эту победу. Всех с праздником мира, счастья и процветания.